все это. О, господи, на ваших глазах открываю. Итак, о, черт, что это? Что творим? Про меня зовут Царь Геонис. И просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь, Бати, ты же знаешь, в Петриме Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против песни очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм Банду, чтобы замыслили Бати на Ютубе. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, потому что вы не поверите, что сегодня я заказал с Даркнета. Это огромный мешок Деда Мороза, просто посмотрите, каких он размеров. А еще, банда, обратите внимание, здесь прожженные дырки. Даже непонятно, откуда этот мешок вообще. Тем не менее, банда, сегодня мы вместе с вами откроем этот мешок и посмотрим, что у него находится внутри. Возможно, это тот самый мешок того Деда Мороза, который мы также покупали в Даркнете. Потому что тогда он пришел с мешком из-под мусора. Или же, банда, это традиция какой-то семьи. Возможно, какая-то семья складывает все новогодние подарки в мешок Деда Мороза. Именно поэтому все они находятся здесь. Но если это оказалось в Даркнете, то здесь будет полная жесть. Окей, банда, если мы на этом видео наберем 10 лайков, то тогда, банда, я в 3 часа ночи посмотрю проклятый фильм Деда Мороза. Я не знаю, что там будет, банда, но я уверен, будет жесть. Потому что ранее, когда мы смотрели проклятые фильмы 3 часа ночи, то происходила просто какая-то мистика. Мне все еще мурашки, когда вспоминаю все то, что тогда было. Так что, банда, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись, даже напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что, банда, скорее, ссылка в описании, ставь лайк. А мы тем временем открываем этот мешок. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Пришло время уже открыть этот мешок. Я, если честно, без понятия, что там может быть. Настя, ты как думаешь? Думаю, страшные подарки. О, даже не знаю, это Даркнет, банда, он непредсказуем. Но больше всего меня напрягают эти обгорелости. Просто посмотрите, они огромные, и они повсюду, по всему мешку. Просто посмотрите на это. Мне кажется, что этот мешок даже достали из какого-то горящего дома. Окей, тем не менее, давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Он реально огромный. Итак, банда, просто жесть, сколько же всего здесь есть. Окей, здесь какая-то записка. Скорее всего, это новогодняя открытка. Просто посмотри на нее. Как будто кто-то вот так когтями сделал. И она также обгоревшая. И предназначается она какой-то Эмили. Интересно, что еще за Эмили? Кто это вообще? Окей, думаю, все-таки стоит ее прочитать. Это реально новогодняя открытка, просто посмотрите. Она работает, когда я его открываю. Окей, это реально круто. Итак, здесь очень много всего написано. Естественно, все это читать я не буду, банда, потому что это займет очень много времени. Итак, дорогая Эмили, нам жаль за то, что произошло с тобой. Прости, что мы не уследили. Мы храним все, что осталось после тебя, и дарим тебе подарки в надежде, что ты их увидишь когда-то. Каждый год мы складываем все в этот мешок. Мы любим тебя. Окей, банда, пока что ничего не понятно, все очень закаточно. Тем не менее, давайте посмотрим, что здесь еще есть. О, банда, здесь есть какой-то новогодний домик. О, посмотри, как он запечатан. Обычно в этих домиках лежат конфеты. Что будет в этом, банда, я не знаю. Окей, давайте откроем его. Господи, просто жесть. Интересно, что там даже? Итак, банда, здесь какая-то чашка. Новогодняя чашка, просто посмотрите. И она также запечатана очень странно. Окей, я открываю все это. Просто жесть, банда, что это? Господи. Господи, что с ней? Это какая-то кукла. Но что у нее с глазами, ты видишь это? Да. Кто-то просто на ней поиздевался. Окей, банда, здесь еще что-то лежит. Господи, просто посмотрите. Какие-то обгоревшие спички. И какое-то туловище, просто все туловище этой куклы. Ноги ее, даже руки. Посмотри, это какая-то пентаграмма, ты видишь это? Да. Здесь пентаграмма, а здесь разрисовано лицо. Интересно, зачем все это? Как будто кто-то проводил какой-то ритуал. Окей, тем не менее, банда, мы пока что не знаем во всем этом. А чем возможно, что здесь будет написано? Куклу, которую ты найдешь, это твоя самая любимая кукла. Похоже, это про эту куклу говорится, банда. С ней мы пытались заживить тебя. О, черт, так это реально был какой-то ритуал. Все же, банда, я был прав. Похоже, эта девочка Эмили умерла. Ты любимая кукла, это был ребенок. Начало уже многообещающее. Итак, банда, что у нас здесь еще есть? О, посмотри, это рамка. И она с фотографиями. Это какие-то семейные фотографии. Окей, это, похоже, девочка, та самая Эмили, которая умерла. И это ее кукла. А это ее мама и отец. О, господи, посмотри, здесь кто-то что-то выжил, как будто там было что-то написано, и кто-то просто не хотел об этом вспоминать. А также обрати внимание, здесь брызги крови, ты видишь это, да, Настя? Да, вижу.
Просто жесть, что здесь происходит? Неужели девочка реально умерла? Это такая жесть, панда, мне очень страшно. Я пока что слабо понимаю, что происходит. Тем не менее, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Итак, здесь какая-то игрушка. Это игрушка Деда Мороза. Просто посмотрите, какая она большая. Если бы это было не с Даркнета, я бы даже оставил это себе. Что ж, продолжаем, банда. Что еще это, Мишка? Что это? Оно воняет гориным. Как будто оно вот только недавно горело, клянусь. Это просто жесть, Настя! О, господи, просто посмотрите на нее! Просто жесть, посмотри! Они полностью обгоревшие! Неужели эта девочка Эмили умерла в какой-то автокатастрофе? Либо же она просто сгорела в доме? Именно поэтому этот мешок сюда и вытащили! Окей, я пока что ничего не понимаю, банда, но это все очень страшно. Оно реально полностью обгоревшее, вы это видите? И воняет так, как будто совсем недавно горело. Я пока что, банда, не знаю, какие выводы делать. Это все очень странно и очень загадочно. Пока что вообще ничего не понятно. Окей, тем не менее, Настя, хочешь ты вытащить что-то? Да, давай. О, это будет очень интересно. Окей, держи мешок. Только давай как-то аккуратно, не поломай там ничего. Да, хорошо. О, господи, я очень переживаю, что вообще может быть. Только аккуратно, Настя. Что это? О, черт! Господи, что это такое? О, черт, ты видишь это, Настя? Да. Что это может быть? Господи, банда, что это такое? Здесь какой-то нож, вы видите это? Мне просто в это не верится. О, черт, банда, просто посмотрите. Там реальная кровь. И этот нож весь в крови. Это просто шесть, прям, банда, я не могу прям в это поверить. Вы это видите? И запах ужасный. Да, прям серьезно воняет. О, господи, он реально весь в крови. Ты видишь это, Настя? Да. И там реально есть кровь, посмотрите. Как будто человека убили, а после чего взяли и надели немного его кровь. Это жесть, банда! Окей, не знаю, что с этим делать. Нужно, наверное, позвонить в полицию. Ты как думаешь? Не знаю. Черт, они могут подумать, что там мы кого-то убили. Да. Окей, давай продолжим открывать. Возможно, мы узнаем, чья это кровь. Мне уже очень страшно. О, да, я верю. Что это? Это похоже на то, в чем хоронят людей. В смысле, что это такое? Там что-то есть внутри. Окей, давай это откроем. Обычно в этих штуках лежит прах. Посмотри, здесь написано девочка Эмили. То есть это прах Эмили или что? О, господи, окей, давай это откроем уже. Просто жесть, банда, я все еще в шоке от того, что мы открываем. Так, банда, открываем. О, посмотри, там реально какой-то господи. Прах, вы это видите? Это прах девочки. Но зачем они вообще так хранят? Это просто жесть. Они реально пытались ее оживить. И для этого им нужен был ее прах. Это уже какие-то сумасшедшие родители, банда. Окей, тем не менее, давайте просто это отложим. Я все еще в это все не могу поверить. Возможно, в открытке будет что-то написано. Окей, шапка и перчатки твои, те, которые мы находили. Твой прах. Мы храним все, что осталось от тебя. Это просто жесть, банда. Здесь даже что-то написано про нож. Нож, отец отомстил за тебя. Тот, кто виновен в твоей смерти, тоже умер. Той аварии не должно было случиться. Мы должны были забрать тебя со школы. То есть, банда, получается, что была авария, и девочку сбила машина. А отец этой девочки, тот, что на фотографии, убил водителя, тот, кто виновен в этой аварии. И это была его кровь. И нож, которым проткнули этого водителя. Это просто жесть, банда. Прям мурашки по коже у этого. Это очень страшная история. Здесь маленьким шрифтом написано: мы отправимся к тебе, дочка. Тот, кто найдет этот мешок, спрячьте его. Получается, этот мешок не просто как обгорел. Родители покончили с собой, они сожгли свой дом, и этот мешок единственное, что удалось спасти. Просто жесть, банда. Окей, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Какая-то тоналка или что это? Окей, давай посмотрим, что здесь. О, черт, ты видишь это? Это кровь, банда, вы это видите? Просто жесть. Нужно срочно помыть руки. О, господи, мне просто в это не верится. Это, наверное, кровь. Тот, кто виновен в аварии. Тот, кого убил мужик. Отец этой девочки, просто жесть, банда. Он даже не отмывается от моей руки. Это просто жесть, мне в это не верится. Господи, что вообще не так с этим миром? Что происходит? Вы видите вообще это? Окей, там еще остались какие-то коробки. Давайте посмотрим их. Банда, это просто ужасно, я все еще в это все не могу поверить. О, господи, окей, здесь целых 3 огромных коробки. Просто посмотрите, одна коробка, которая в крови. Это, скорее всего, кровь из туда или из этого тюбика. Еще одна просто огроменная коробка. Даже интересно, что там. Окей, еще одна маленькая коробка. О, посмотри на нее, что с ней? Ее как будто уже пытались открыть, посмотри. Да. О, господи, это очень жутко, банда. Окей, тем не менее, давай начнем с этой коробки. И там что-то есть, слышишь это? Да. Там реально что-то есть, банда. Итак, банда, я открыл. О, посмотри, здесь какие-то игрушки. Просто жесть, посмотри, какая милая овечка. Да.
О, господи, я уже говорил, будь это не из Даркнета, я бы это оставил у себя дома. Она реально очень милая. Скорее всего, что это игрушки, которые дарили той девочке, которая умерла. Но это очень странно, Панда. Почему родители все еще верят, что ее можно оживить? Почему после ее смерти они продолжают дарить ей подарки? Это реально стрёмно, Панда. Посмотри, какой милый Мишка. О, господи, он реально красивый, ты согласна? Да. Так, и еще один какой-то подарок. О, посмотри, что это? Я его открыл. О, Панда, скорее всего, это монстр из любимого мультика этой девочки, которая погибла. Любимый мультик Эмили. Это очень похоже на какого-то мультяшного персонажа. Окей, Панда, давайте продолжим открывать дальше. Эту большую коробку мы оставим на попозже. Сейчас же давайте откроем вот эту огромную коробку, тоже большую. Итак, Панда, я уже ее почти открыл. Мне очень страшно наблюдать за всей этой историей. Просто жесть. Все очень жутко. Родители очень сильно любили свою дочь, после чего она просто погибает и не находит себе места. И сами за ней идут на тут свет. Итак, Панда, здесь какая-то коробка. Окей, давайте посмотрим, что там есть внутри. А там серьезно что-то есть, Панда. Окей, я уже очень боюсь смотреть, что внутри. О, посмотри, это снег, а ты видишь это? Да, красивый. Да, реально очень красивый. Послушай, там что-то внутри есть, да. Что-то шебуршит. О, господи, окей, давай попробуем посмотреть, что там внутри. Просто жесть, Панда, какие-то пасхалки, какие-то скрытые тайны. Это все очень стрёмно. Итак, пух-пух, больше ничего не видно. О, посмотри, какие-то камни. Ты видишь это? Зачем они? Я не знаю, это реально очень странно, Панда. Какие-то камни. Возможно, это какие-то ритуальные камни. И родители их просто прятали. Наверное, не используют, чтобы оживить эту девочку. Просто жесть, Панда. Окей, больше ничего там нету, там были только эти камни. Ух, Панда, это ужасно. Окей, откроем теперь самый большой и последний подарок. Господи, это так все страшно. То, что мы находим в этих подарках, реально стрёмно выглядит. Окей, тем не менее, давайте быстрее уже со всем этим закончим. Мне очень страшно. Все же, Панда, еще непонятно, как все это вообще попало в Даркнет. Такой огромный мешок. Кто-то просто вытащил его из горящего дома и отправил в Даркнет, продавал там. Это все очень странно, Панда. Итак, вот верх этой коробки. Да я что-то вижу, что есть внутри. Что там? Какая-то водичка, какой-то бокс. Просто посмотри. Реально обычная вода. Неужели родители насколько сошли с ума, что даже хранят еду, которую ела в тот день девочка? Это реально очень странно. Окей, здесь остался только такой бокс. Не знаю, стоит его открывать. Да, конечно. К тому же все что угодно. Он тяжелый, ничего не слышно. Окей, давай откроем его, просто жесть, Панда. Я очень переживаю за все это. О, господи, на ваших глазах открываю. Итак, о, черт, что это? Господи, ты видишь это? Да. Что это такое? Это похоже на мозг. Настя, это реальный мозг, посмотри на это. Неужели они вытащили все головы мозг и положили в эту коробку? Это уже какое-то сумасшествие, Панда. Просто жесть, не пытались ее жизнь с помощью всего только что можно. Это реально какие-то беспашные родители. Мне просто не под себе от всего того, что мы здесь находим. Это реально очень все страшно. Просто посмотри на все эти вещи. Этот мозг, там вообще кровь какая-то, нож. Это реально все очень стрёмно, Панда. Я не понимаю, зачем вообще такое продают в Даркнете. Это личные вещи какой-то семьи, зачем все это? Окей, Панда, тем не менее, вот комменты с прошлого видео. Просто блин, какие они шикарные, идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно запуститься ниже. Нажал колокольчик и все, братуша, видео. Лайк, лайк, какой ты видео бандит. Так что, блин, скорее ставь лайк, подписывайся. А также, бро, помни одно, оставайся такими шикарными, пока!